Сегодня воскресный летний день, 9 июня. И мы идем в храм на службу с утра. Духа Святой Марии, Девы и во человеке.
распята Боже за ныне при Понтием Пилате, и страдавша, и погребена, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящая одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголавшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Thank you.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Еще на службе поются пасхальные песнопения. Христос воскресе, воистину воскресе! А после службы прогуляемся к прудику. А сегодня здесь соревнования таких вот корабликов. Люди увлекаются, создают такие вот модели кораблей. И сейчас будут их запускать, соревноваться. Нам тоже интересно, и мы сейчас посмотрим немного. Здесь будут судьи, которые будут определять, кто выиграет в этом соревновании. А вот уточка с утятами тоже хотят посмотреть, поэтому плавают и плавают на этом месте, где должны быть соревнования. Thank you.
все уже готовы, и скоро начнется первый этап. И вот участники занимают позиции и ждут команду на старт. Уточки отплыли на безопасное расстояние. Смело по дистанции стоящий модель. Помните. Второй номер. Буй не пройден. Второй номер. Буй не пройден. Половина горки.
такое соревнование интересное. Слава тебе, Господи, слава тебе. Расцветают пионы. А по небу словно кораблики плывут облака. Всем доброго здравия. Доброго лета и всего доброго.